телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что подрядная организация администрации Кировского района продолжает работу на незакрепленной территории. Помимо уборки тех тротуаров и дорог, которые относятся к зоне ответственности районной администрации, организация проводит вывоз собранного мусора на специальные полигоны и делится фотографиями работы, которая прошла сегодня во Всероссийский субботник. Администрация Октябрьского района также сообщает о субботнике, который прошел на их территории. Невероятная команда волонтеров школы номер 144 имени маршала Дмитрия Устинова сегодня проявила настоящее единство и усердие, завершая работы по уборке территории на Всероссийском субботнике, и выражают огромную благодарность всем волонтерам за их неоценимый вклад в преображение района. Департамент транспорта Самары сообщает, что в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет временно ограничено движение транспорта у площади Куйбышева. Ближайшие ограничения начнут действовать со 2 мая. С 6 утра до 12 ночи 9 мая отменится работа автобусного маршрута номер 11, а с 8 вечера 8 мая до 15 часов 9 мая работа троллейбусного маршрута номер 16. Работа трамвайных маршрутов номер 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20К и 22 с 5 вечера до 12 ночи 3 мая, с 5 вечера 6 мая до 2 часов дня 7 мая, с 8 вечера 8 мая до 3 часов дня 9 мая организуют по временным схемам. Также изменится трасса следования и автобусов маршрутов номер 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбуса 6 маршрута.